128 серия, участок Мурманск-Магадан, будет пройдено 74 километра. В прошлой серии я ошибся, назвал неправильный номер серии. Прошлая серия была номер 127. Так, в этой серии будет населенных пунктов 1 населенный пункт. Ну, я отметил титрами на видео. Сейчас отвечу на комментарии. С нами Роя. Как вы ехали с Магадана к Владивостоку той же дорогой? Да, я из Магадана через Якутск вернулся на трассу Амур и через Хабаровск в Владивосток. Танкист Вася. Да вы не спешите сильно, можно по одной серии в день. Мне даже так удобнее будет. Василий, если по одной серии в день выкладывать, на это уйдет, наверное, года около 2 лет. У тебя есть время. Поэтому я стараюсь как можно быстрее. Вот по 2 серии, и то это займет, наверное, не знаю, больше полугода. 600-700 серий почти. 350 дней, ну почти год. Это только съемка на фронтальную камеру. У меня еще есть намерение разместить видео боковой камеры, видовой такой фильм. Это вот особенно по Колыме, Забайкалье. Там тоже серии, наверное, 200, может даже больше наберется. Так что я сам заинтересован как можно быстрее все разместить. Так, больше пока я... Так, Саммер Вэй, жду не дождусь Колыму. Говорят, там Верхоянский хребет крутой. Не знаю, Верхоянская... Я не заезжал в Верхоянск, поэтому ничего конкретно сказать не могу. Так, Сергей Трошин написал, что время в Иркутской области плюс 5 от московского. Я вот во время движения, часовые пояса менялись довольно-таки часто. И плюс ко всему, они же законодательно тоже меняют количество поясов. Поэтому у меня и получилось так, что, ну, может быть, где-то я неправильно назвал часовой поезд, возможно. Василий опять меня критикует. Алзамай, а не Алмазай. Ничего, бывает, я тоже так часто люблю чушь. Ну, опечатка. Чисто физическая опечатка. В следующей же серии правильно же написано. Так, приступаю к созданию 129-го проекта. Комфортного просмотра.
аборигены меньше 100 километров в час не ездят. Дорожная торговля. Он торгует медом. Еще нужно будет, наверное, мед взять. Название дороги, что означает АН? Административного назначения.
сливает зерно грузовик с начальником. Какая-то съемка идет. Снимают, по всей вероятности, рекламный ролик в связи с предстоящими выборами. Расход 5,7, 288 пройдено, 53 километра в час средняя скорость, запас хода 710 километров. Thank you.
местное время. 2 часа дня. Принято, спасибо.
Спасибо, дружище, я видел. Машинка работает на перекрестке. Дальнобойщик будет лежать, они все знают, без меня. В этом городе машинка работает на вашей стороне.
том, чтобы центр Иркутска не загнал навигатор.
стояли, наверное, вроде на обед сшивали.